«Образ будущего» – тема урока в Одинцовском историко-краеведческом музее. Первая школа волонтера культуры открыла свои двери для жителей города. Здесь конкретно мы изучаем музейное дело, из чего, как устроен музей, что делает музей. Мы узнаем все такие подводные камни работы музея. И ребята знакомятся не просто, получают теорию, они получают реальную практику, потому что в конце нашего проекта в пятницу они уже будут защищать настоящие музейные проекты. Разные поколения объединила цель постичь тонкости организаторского искусства. Виталий Шепелев уже спланировал будущий проект. Говорит, квесты сейчас в моде. Я считаю, что для меня это будет неоценимый опыт, который я в будущем смогу передать другому поколению. И, в общем, это повышение классификации, и также это чудесное проведение времени. Журналист, фото- и видеорепортер, менеджер проекта, координатор. 5 дней на то, чтобы попробовать себя в разных профессиях. Сегодня у нас собрались ребята, которые разделились на 3 команды, и в течение 5 дней мы разрабатываем 3 культурных проекта, которые войдут в программу и музея, и в том числе, может быть, и города, потому что вчера у нас много было обсуждений городских еще форматов. Соответственно, у нас первый час ребята получают теорию, что такое проект, как его делать, как работать в команде, и потом 2 часа работают непосредственно над своим проектом. Сообщество «Волонтеры культуры» возникло лишь год назад, но развивается стремительно. Интерес к культурным мероприятиям все больше растет. Эмилия Аракеляна, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».